Синий олицетворяет мир, малиновый – символ благополучия и радости, зеленый – дружбы и богатства, дарованных природой. Эти же трактовки основных цветов герба. Синий цвет, он идет самым первым в флаге, и он обозначает содружество многоэтнического населения края именно. А потом идет малиновый цвет. Он обозначает союз черноморского и донского казачества. Зеленый цвет обозначает тесное содружество местного населения и горных народностей. Черный цвет – это была мудрость, золото – это богатство и справедливость. Серебряный – это честолюбие, и темно-красный – это был символ любви. Зеленый цвет – это был цвет изобилия. Все эти цвета присутствуют в нашем гербе поныне. Старый герб был основан в 1792 году, а новый – в 1937. Вверху щита изображен двуглавый орел. Двуглавый орел пришел к нам из далекой Византии. Эти знамена, четыре знамени, обозначают это Александр I, Екатерина II, Павел I, Николай I. Внизу изображены две ленты, которые завязаны в бант. Это ленты орденов Ленина. В этом гербу вся история Кубани. Историю создания символов Кубани, герба, флага и гимна изучают в школе на уроках кубановедения. В период летних каникул знания закрепляют на тематических сменах летнего лагеря. Ученики 6-го через лето 7-го В накануне значительной даты обсуждают важность символов Краснодарского края. В рамках оздоровительной и образовательной кампании, которая проводится в нашем крае, наша школа взяла себе обязательство провести историко-краеведческую экспедицию. Будем изучать культуру нашего края, при этом совершая различные экскурсии, походы, библиотечные уроки. Я думаю, что для детей будет очень полезно узнать какую-то дополнительную информацию и продолжить это потом, выложить это все в проектной работе своей. Как начинается? Ты Кубань, ты наша родина, вековой наш богатырь, многоводная и раздольная, разлилась ты вдаль и вширь. По традиции 1 июня на Кубани поднимают флаг Краснодарского края под гимн «Ты Кубань, ты наша родина» и все значимые события во всех городах Кубани открывают также торжественно поднятием флага и исполнением гимна.